Трагедия произошла вчера в Махачкале на проспекте Расула Гамзатова. Примерно в 16 часов 26-летняя местная жительница, управляя автомашиной марки Toyota RAV, совершила наезд на своего 2-летнего сына. По предварительной информации, несчастный случай произошел во время парковки автомобиля. Ребенок оказался сзади, вне поля зрения водителя. В результате ДТП ребенок скончался в больнице. На место происшествия выехала следственная оперативная группа для выяснения всех обстоятельств. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. Помните, автомобиль – это средство повышенной опасности. Не позволяйте себе об этом забывать ни на минуту. Будьте предельно аккуратны и бдительны.